заехали в хозяйственный магазин, типа нашего Леруа Мерлен, купить кое-что по хозяйству. Сейчас немножечко поснимаем внутри. Только посмотрите, какой огромный здесь выбор плитки. Вот, например, раковина. 2304. Есть очень красивые вариантики. Душевые кабины. Разные-разные всякие раковины. Вот, пожалуйста, есть такой модный унитаз с кучей функций. Он уже стоит, соответственно, 84 тысячи. Джакузи. Мне кажется, что тоже, опять же, дешевле, чем в России. Также здесь есть мебель, всякие аксессуары для дома. И, пожалуйста, Будда. Кресло-качалка. Также здесь есть мебель для сада, беседки, шезлонги, кресла, столики, грили всевозможные. Так, этот стоит 19 тысяч. Велосипеды. Посмотрите, какие классные. Мне кажется, чугунные, но какой-то очень тяжелый металл. С подушечкой, барные стулья. Генераторы, духовые шкафы, варочные панели любые, кондиционеры, вентиляторы. Все, что можно представить, что может понадобиться в доме, в квартире. Все можно здесь найти. Микроволновые печи, посуда, вытяжки, все-все-все. Заправочку. Что, какие тут цены, Сереж? Мы заливаем 95-й, и здесь 59,25. Это очень хорошая цена. Так, ну что, один байк уже заправили. О, второй тоже. Едем дальше. Приехали в хозяйственный магазин. Называется Unitop. Находится напротив Altura Small. Это магазин примечателен недорогими ценами. Купить можно от посуды, постельного белья, полотенец, в общем, там кубок, тряпочек, ёршика, все что угодно по хозяйству в доме в одном магазине можно купить. Помимо множества мелочей, в этом магазине также можно купить даже какие-то инструменты. Выбор, конечно, невелик, но что-то необходимое, отвертки, вот, пожалуйста, зубные щетки, лампочки. Что-то по мелочи здесь можно найти. Одно из любимых развлечений филиппинцев – это громко слушать музыку, поэтому во многих магазинах, так же, как и здесь, огромный выбор колонок от самых маленьких до вполне внушительных. Не очень известные фирмы, я бы даже сказала, что неизвестные в основном, но зато по приемлемым ценам. Взяли доску разделочную, 159 песо среднего размера, а то у нас дома только маленькая, большая. Стакан 45, бокалы для вина по 95. Дощечку дай, что ли? Какие? Удлинитель, сколько стоит? 265. Помощь.
И стол. Сереге для работы стоит 1000. У нас сегодня день шопинга. Мы решили, что все-таки неудобно жить без микроволновки. И сейчас идем покупать микроволновую печь. В магазине, который похож на нашу горбушку или Митинский рынок. Мы уже его показывали, покупали здесь билеты на паром. Здесь есть магазин техники, и если везде микроволновки стоят от 5000 песо, то здесь мы нашли вот магазинчик. Здесь мы нашли микроволновку за 3000 песо. Также здесь есть телевизоры. Стиральные машины, холодильники, сушки, плиты. Стиральные машины с обычной загрузкой, к которой мы привыкли, стоят дороже, значительно дороже. Машин с верхней загрузкой. Хотя вот это вот почему-то дорогая машинка. Но в основном маленькие машинки. Обычные, самые простые, с верхней загрузкой. Можно купить очень бюджетно. Холодильники. На мой взгляд, техника здесь дешевле, чем у нас в России. Все купили. Поедем сейчас домой. Будем грузить все это на байке. Чувствую, дорога будет веселой. Все, есть. Грузимся. Все, один упакован. Так это выглядит. Не лезет? Все, значит, я повезу на коленках микроволновку. К нам пришла посылка с Лазады. Это аналог Озона и Вайлдберриса, насколько вы знаете. И давайте посмотрим, что же нам привезли на этот раз. Упаковано тщательно. Как обычно. Это тостер. Бутербродница, иначе говоря. Квадратика. Стоимость 470 песо. Привезли буквально за 5 дней. Вот такой 750 ватт. Погнали на пляж!
это держи. Да, я холодненького держу. Холодненького пивка. Из-за меня. На прекрасном пляже. На супер пляже. Всем привет! Привет! Всем хорошего настроения. Бам-бам. За вас, друзья. А мы чилим на пляжике. Серега уже искупался. Мы с Сережей сейчас пойдем. Глоточек холодного пивка. И купаться. И купаться. Оставайтесь с нами. Приехали поужинать в нашу уже, можно сказать, любимую Сицилию. После такого красивого вечера на пляже. Самое оно плотненько поесть. Да. Ребят, вы голодные? Очень голодные. Я очень голодная. Сейчас закажем просто все пиццы мира. Собачка тусит. Все, будем заказывать. Первая пиццуля у нас в руках. А у кого-то уже будет сейчас во рту. А где соус? Горяченько. Какой запах! Только с печи. Вторая пицца и соус. Ух ты, какая красивая пицца! Давай Серега снимай, сейчас он скажет свое слово. Мнение. Не, очень горячий, не буду говорить. Смотри, он очень острый. Да, кстати, да? Будь аккуратен. Я не буду есть на камеру. Это как это? Я не выключу камеру. Невкусно. Да ты гонишь. Это то, что мы ему не заплатили. Так, Сереж, давай. Скажи, что вкусно. Потому что это точно вкусно. Давай, на сколько баллов из 10? Конечно же, 4. Так, не слушаем этого человечка. Он просто очень голодный. Не, ну, наверное, есть вкуснее намного. Не намного, но вкуснее. Ну, восьмерочка, я думаю. Однозначно. Да. Все, я тоже буду есть. Всем приятного аппетита.
was just guessing the numbers and figures pulling the puzzle apart.